Неделю назад Ксения Собчак в эфире одного из федеральных каналов сделала неожиданное заявление о разводе Семена Слепакова. Завидный жених, так охарактеризовала телеведущая юмориста. Позднее она опровергла эту информацию, сказав, что ошиблась. Сам резидент Comedy Club не стал делать пиар из личной жизни и комментировать слухи. Многие подумали, что дыма без огня не бывает, и предположили, что Слепаков просто скрыл от публики разлад в семье, но вчера он решил прекратить спекуляции на тему личной жизни и приехал на съемки собственного бенефиса вместе с женой Кариной. Как рассказали очевидцы события, пара не расставалась ни на минуту, супруги держались за руки и мило смотрели друг на друга. Кроме того, на безымянных пальцах можно было заметить обручальные кольца. Во время выступления Карина сидела в зале и смотрела на мужа, а также задорно смеясь над его сатирическими песнями. Слепаков не любит рассказывать о личной жизни. Фото. Legion Media.ru. Отметим, что Слепаков не любит распространяться о семье и редко дает интервью. Журналисты выяснили, что Карина работает юристом и никак не связана с шоу-бизнесом. Именно это в свое время привлекло Семена, который был рад встретить девушку с другими интересами. Как рассказывают друзья, сатирик сразу же влюбился и спустя несколько месяцев сделал предложение. Пара поженилась осенью 2012 года, тайно сыграв свадьбу в Италии. Впервые о новом статусе Слепакова стало известно, когда он пришел на день рождения Михаила Галустина, где их сфотографировали вместе. Супруги часто появляются на светских мероприятиях, но всегда избегают излишне назойливого внимания со стороны журналистов. Ни Семен, ни Карина пока так и не дали ни одного совместного интервью, а юморист крайне редко делится снимками с женой. Карина же в социальных сетях, судя по всему, вообще нет. Семен Слепаков с супругой. Фото. Legion Media.ru. Добавим, что в последние годы Семен Слепаков стал меньше сниматься и появляться в телевизионных передачах, зато активно занялся продюсированием. Вместе с коллегами он работал над созданием сериала «Универ», «Интерны», «Наша Раша». В прошлом году юморист представил публике сериал «Домашний арест», который многие критики назвали лучшим проектом 2018 года. Класс пост 615 895 подписчиков.